должны, вас должно увлекать то, что выйти можно. Вот. И когда у вас будет вот эти, вот знаете, как, ну, запомните просто постоянно, когда у вас только происходит, негативных мыслей быть не должно. Чем больше у вас позитивных мыслей будет, тем лучше вы будете себя чувствовать, тем вот вы идите на это осознанно. Да, я пойду, я это сделаю, это будет классно, я сейчас пойду и получу удовольствие от того, что я выйду, расскажу домашнее задание, даже если я его сейчас не знаю, я сейчас пока даю, я приду, что отвечать. Вот так, такого плана. Девочки, да. Все, да, мы сейчас, первое занятие у нас окончено, сейчас мы будем снимать интервью на камеру. Это очень весело.